Турбин-турист, остальные яйца. Ты что, дурак? Что, Гинеколог. орёшь, что ли? Гинеколог. А ты угадал, что у меня гитара задом наперед? А чё, реально? Топ нет. Всем привет! Добро пожаловать на новый выпуск чат-рулетки. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Также, друзья, в связи с замедлением Ютуба призываю вас подписаться на другие мои соцсети. Это группа ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Телеграм-канал. Например, в Яндекс.Дзене у меня дублируется полностью тот же самый контент, который выходит на Ютубе. А в группе ВКонтакте у меня также выходит тот же самый контент, что и на Ютубе, плюс дополнительный материал, который я не выкладываю на Ютубе. А в Телеграм-канале я всегда оповещаю, где и когда выходят у меня ролики и стримы. А также там тоже много эксклюзивного контента, которого нет на Ютубе. Также в Телеграме у меня есть чат, где вы между собой можете общаться, в том числе и со мной. Все ссылки на свои соцсети я оставлю в описании. Обязательно подписывайтесь туда, чтобы не потерять меня. Что ты делаешь? Ничего. Из какого ты города? Минска. Ну, живу в Минске, но не с Минска. Очень хорошо. Ты работаешь медиком? А, да. Очень круто, как я угадал. Кем именно? Угадай, какая у меня профессия. Не знаю. Яйцолог. Есть такая профессия? Или я что-то... Есть давай вот так вот покажу. Что это значит? Угадай. Сейчас буду угадывать. Патологоанат. Ты что, дурак? Два мохнатку, один шоколадку. Ёб твою мать. Какая у меня профессия? Патологоанат. Гинеколог. Гинеколог. Гинеколог, да. А кем я работаю? Ну вот посмотри на меня. Ну типа, мне 25 лет. 25 лет. Ну, угу. У меня как бы нет... У меня есть морщины, ну, ты ж, но... Ну ты же сказала, что ты работаешь. Просто... Ты же сказала, гинекологом да, работаешь. Да, гинеколог. А кем я конкретно уже работаю постоянно? Гинекологом, проктологом. Косметологом. Да. Как я угадал? Видишь, ты даже не успела показать, а я уже угадал. Молодец. Давайте песню сыграю. Давай. О каких налогах? Нет, не знаю. Давай со мной песню. Давай, Валентина Скрикова. Давай, ты будешь петь? Я буду петь. Какую песню? Да. Какую ужас, песню? Ужасно. Конечно, самая его популярная, дешевые драмы. Батарейку давай. Батарейка, ты же не Валентина Скрикова, ты что, дурак, что ли? Батарейку. Подожди, это не самая. Самая популярная у Стрыкала это другая песня. Гори? Нет. Яхта? Да. Нет. Нет. Да. Нет. Нет. Да. Нет. Нет. Еще раз нет. Это самая популярная песня у него. Тут я самый... самый главный его фанат. Нет! Окей. Батарейка. Thank you.
Нет. А танцевать ты будешь под игру? Умеешь танцевать? Только восточную музыку. Восточная это какая? Ну, давайте, я включу. Вот под вот эту давай. Восточная. Или вот. Как тебе, да? Понравилось? Да, вообще супер. Пушка. А у тебя пальцы не устают? Сколько лет уже играешь? Ну, так, лет 20. Сколько? Это жестик. А ты угадал, что у меня гитара задом наперед? А че, реально? Я думал, это какой-то вид гитары с одной струной, вижу полосочка. Думаю, что за... Нет, ну я могу играть, смотри. Это делаешь? Да, вот так посидим. Это что, это скрипка? Это укулеле. Так что, будешь играть? У меня к тебе такой же вопрос. А какую тебе песенку сыграть? Любимую. Обязательно. Считается ли это фингерстайлом? Ну, это ближе к классике. Честно признаюсь, настолько хорошо не сыграю, поэтому я была просто воодушевлена игрой, вот так выскажусь. Фингерстайл — это типа, когда больше такое там. А то ближе к классике было. Ну, я не то не сыграю, к сожалению. Наверное, ну, мой максимум реально будет кузнечик, и то я не умею его играть. Танцевать будете? Да, мы будем танцевать. Давайте четко.
знаешь эту песню? Красиво, но что за песня, я так и не поняла. Токийский гуль называется такая песня. Ты попала на мой стрим, ты рада? Очень. Есть тут такая необычная гитара, я на ней могу все сыграть. Какую тебе на второй гитаре своей? Ты можешь спеть Мияги, половина моя. Ну я играю только. Сыграй, да. Сейчас ноты по нотам буду играть. Похоже? Как? Хорошо сыграл? Вообще замечательно, я так в шоке, я такой талантливый. Спасибо. Какая гитара понравилась больше, та или эта? Та. Почему? Потому что ты играл на ней. А на это что, не играю, что ли?
что тогда? Не, давайте это, давайте это. Салли Фейса. Нет. Блин, вы так круто играете. Кто по нации? По нации? По нации? Да. Таджикистанец. Таджикистанец. Давай говори таджикистан по-пеше. Друг, извини, у меня никаких новостей. Мне, увы, больше нечем делиться. Вы просили замолкнуть и проще быть. А я говорил только сердцем. Твердили искусственные, и глаза полотном закрывали, зубы скалил для вас, и я радость мерил слезами, наблюдал неудачника с комплексом Бога настолько великим, что люди поверили, доказать сам себе не сумел, вот и бьюсь. А скалы истерики не будем падать, разбудишь бессонницу, не поднимай белый флаг. Вы твердили, режь поперек, как бы не так, каждый день я решаю не радоваться больше. Почему ты молчишь, когда нравится? Почему прячешь слезы высочества? Для чего ответ на вопрос ищешь? Принимая безвыходность, стисни артерии в неге тиски и молчи о своем конформизме. Рожденный ползать прыгнул выше, чем те, кто умел над лесами селиться. Ваши головы полны детворы, а мои упыри канистры. Ваши головы полны детворы, а мои упыри и канистры. Необычно, необычно, круто. Всем понравилось, ага. Кстати. Вот все пишут класс, норм, да? Кстати, да. Все. Ну, ты можешь сама зайти, да, посмотреть на мой стрим. А где же там? Фу, какой ужас. Ну, ничего плохого не написали, ни одного плохого комментария, кстати. Можешь сама зайти посмотреть. Я открою тайну. Какую? Это мой стих, на который сейчас просто вляпало 4 базовых аккорда. Ну, ты ее раньше не репетировала, что ли? Ты хочешь сказать, сейчас было сходу? Скорее, я пыталась ее петь, но сейчас мне очень захотелось довести ее до конца. Вот так. Понял, круто. Так это твоя песня, получается. Это не песня, это стих. Да, а ты откуда? О, прикольно, я из Сибири. Да, это очень хорошо. Что ты там делаешь? Капли. Это какие капли? Чтоб хорошо было? Типа как водка, типа того? Ну. Насморк. А ты сегодня выпиваешь? Да. Это какое-то зеленое пиво? Нет, это стаканчик зеленый. Желтое? Это пиво.
тебе скажу песню, которую ты точно не сможешь сыграть. Давай. Прыгай вниз, не бойся. Нет, нам прыгай вниз, не бойся. Вот это вот. Она? Ну да, в начале, да, 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 да. Да, да, вот это вот. В конце нет. Да, я умею все песни играть, все. Тогда которую песню, которую ты не знаешь. Блин, так прикольно придумать что-нибудь. Турбина туриста, стальные яйца. Стальные яйца? Угу. Ты знаешь, что такое турбина туриста? Да. Это было. Это вот то, что ты заказала. Если понравилось видео, то обязательно поставь лайк, поделись этим видео с друзьями, также напиши комментарий, подпишись на канал, а также подписывайся на все мои соцсети. А также, если вдруг ты хочешь поддержать меня донатом, ссылка в описании.